сегодня с вами посмотрим сквер у ЗАГСа, так называемый, он чуть впереди, сейчас покажу там. Это сквер Старожилов, так он называется. Несколько входов-выходов есть сюда. За этими деревьями находится сам ЗАГС. Впереди офис «Газпром», рядом «Близнец», но пустующее здание, его продавали, и градообразующие предприятия его не используют. Сегодня у нас воскресенье, 20 февраля, минус 5, солнечно, радость, что солнышко у нас сегодня такое яркое, но очень ветрено, ветреная погода. Вижу, что сосны разрослись, и ветром снег, конечно, с него, в общем, стряхнут снег. Пройдемся, посмотрим, что здесь есть интересного. Сквер достаточно приятный, он сделан из парковой зоны, в смысле из лесной зоны. Тут находился лес, облагородили, и получился великолепнейший парк в центре города. Мы сейчас с вами находимся в центральной части города. Такие синички туда-сюда летают. Боязливых, хотела заснять красивых птичек, они боязливы, к сожалению. Уличные собаки здесь носятся, бездомные. Собакен на лесу похож. Прямо это, как раз такой рыженький. Сегодня я в куртке. Видите, капюшон, потому что ветер достаточно... Ой, так интересно, свет падает, а с какими-то пятнами. Пятен вроде никаких и нет, по факту. А сегодня в куртке, в капюшоне, потому что ветер, ну, прям хорошо так продувает, поддувает. В общем, в капюшоне намного комфортнее. Но в зимнем пуховике... Одену перчаточку. Вот такой вот сквер этот. Кто только присоединяется на мой канал, он у меня один из самых любимых. В последнее время у меня кедровый лог стал самое любимое мое место. Но здесь тоже мне нравится. Но здесь потише, поспокойнее, выходной день. Не слышно шума от дорог. Потому что, еще раз повторюсь, этот сквер находится в центре города. Рядом, по левую сторону, находится старое, прям совсем старое кладбище. Здесь уже такая теневая сторона в парке. О, расчистили прям. Я поняла, почему здесь не ходила. Здесь вот эти дорожки, они их не расчищали. Были тропки, что затрудняло, конечно же, ходить по ним. Потому что все время надо было смотреть под ноги, неровная поверхность, и скандинавской ходьбой некомфортно было заниматься. Смотрите, какой ветер бешеный был. Ночью, что ли, сколько веток поломано. Ветки валяются. Но туалета уже здесь нет такой роскоши в этом сквере. То есть, если сюда приехать, уже, как говорится, все натурель.
Воздух свежий. Сосны здесь. Им очень-очень много лет. В последнее время в наших парках поисчезали белочки. Я их не застаю. Раньше в какое бы время ни пошел, совсем холодно или тепло. Но утром всегда бегало очень много белочек. То ли они мигрировали куда-то в лес. Сейчас такое чудо застать не получается. Ну а я продолжу. Вот у меня палочки. Сейчас пройдемся и еще посмотрим с вами сквер у ЗАГСа. Такие синички красавицы. Пугливые. Пугливые, чуть приближаешься, все, они улетают. Так, сквер центральный. Ой, господи, ребятушки, сквер у ЗАГСа называется. Вот на заднем плане ЗАГС. И вот здесь вот сквер. Но сейчас его маленько не узнать, почему. Вот эта конструкция была. Здесь висели кольца специально, как качели такие современные. И в виде колец. Ну, куда-то они делись. Уже, в принципе, долго их нету. Все это под видеонаблюдение. Скамеечки. Такие. Сквер приятный. Сейчас пройдемся. Так, вот мы сейчас... Эти скамейки всякие хорошие. Здесь можно посидеть. Ну, конечно, в такую погоду сильно не засидишься. Но когда позволяет сезон... то очень даже и неплохо. Так. Красиво так украсили подстанцию тут. Так, для кого родной адрес? Улица Береговая здесь. Рядом здание Сиапресс. Солнышко у нас... припекает даже, ну не сильно, такое еле-еле уловимое тепло, и когда в машине едешь, тоже сквозь стекло прям печет. Вот здесь вот висели качели, ну может быть к лету вернут. И сегодня, знаете, у нас поют птицы. Птицы так слегонца. Мне кажется, то, что обычно вот такие градусы у нас весной, солнышко появляется, и птицы, наверное, решили, что уже весна. Такая вот абстракция здесь. Вот такое вот красивое место. Ребятушки, хотела заснять, какая красота все-таки, когда вот гирляндой украшен город. Ее еще оставили, может быть, оставить навсегда. Но вживую это смотрится, конечно, в 1000 раз наряднее. Вот такая вот гирлянда украшает улицу Ленина у нас в Сургуте. Сейчас уже вечереет, вечереет позднее, а это уже радость. Вот такая красота получилась. ПП продолжается, девочки, держимся. Кабачок запеченный с фаршиком и с помидоркой. И салатик. Салатик ассорти сейчас буду мешать. Свежий весенний салат. Кому интересен быстрый и легкий салатик, ссылочку оставлю на него в комментариях.